Габузова оказалась не такой свободной девушкой, как считали многие. Не так давно в сети начали ходить слухи о том, что Бузова поддерживает отношения с концертным директором Арамом Арчером. А позже все заговорили о ее связи с пиар-директором Антоном Богославским. Однако недавно появилась новая интрига, когда телезвезда публично подславала с рэпером Алексеем Свиком. Но, как оказалось, певец не является истинным избранником телезнаменитости. Пост на странице Бузова в Инстаграм, который она впоследствии удалила, раскрыл личность настоящего возлюбленного певицы. Им стал Егор Крид, который в скором будущем может лишиться своего сценического псевдонима из-за ухода из Black Star. Бузова в комментарии к опубликованной фотографии, на которой она запечатлена с певцом, написала: «Наконец-то со мной тот мужчина. Ты все знаешь». Тем самым, видимо, намекнул, что между ними завязались романтические отношения. При этом о браке звезды, судя по всему, не говорят или не рассказывают общественности.